Здравствуйте, я Сергей Кизоркин, и значит, вы смотрите «Самарские новости спорта». Баскетболист Самары Максим Кривошеев стал лучшим центровым суперлиги. Кубок ЦСКА разыграли самарские лучники. Самарской теннисистке катастрофически не везет на римском турнире. Анастасия Павлюченкова и Светлана Кузнецова покинули парный теннисный турнир в Риме. Они проиграли уже в первом круге румынскому дуэту Ирине Бегу и Монике Никулеску. 6-4, 3-6, 7-10. Самарчанке Анастасии Павлюченковой не повезло и накануне в одиночном разряде. Она уступила на старте турнира Ане Иванович из Сербии. Счет по партиям 4-6, 4-6. В Тольятти лучники со всей Самарской области разыграли кубок ЦСКА. На огневой рубеж вышли 60 спортсменов. Стреляли с двух дистанций – 12 и 18 метров. В первой дисциплине армейцы заняли только одно третье место. Во второй взяли две бронзовые медали, а Иван Трушин выиграл кубок. На 18 метрах в командном первенстве хозяева турнира тоже стали первыми. Игрок баскет-клуба «Самара» Максим Кривошеев получил приз от Российской Федерации баскетбола как лучший центровой суперлиги. В этом сезоне Кривошеев сыграл в 36 матчах, набирал в среднем 11 очков и делал 7 подборов. Также Максим вошел в символическую пятерку финала 4 Кубка России. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой.